Мы пошли снимать. Привет, привет, мои прекрасные друзья. Как вы понимаете, у нас съемка дроном, и мы на пляже. Уже искупались и рассматриваем окрестности. Что вам хотелось сказать интересного? Если вам попался активный муж, надо сыграть направляющую и вдохновляющую роль в его жизни. То есть направить неуемную энергию в созидательное русло. И не только для себя, но и на пользу обществу. У меня есть такая техника. Вот представьте себе, вы живы вот сейчас, а представьте себе, что раз и случилось что-то нехорошее. И вы живете как бы после смерти. Что вы хотите, чтобы было? Мир будет, он не изменится. Но, наверное, вы хотели бы, чтобы о вас помнили. И вот тут-то как раз у вас есть фора во времени. Помните, Волан сказал, у людей одна проблема, они смертны. Но самое страшное, что они смертны внезапно. Но мы сейчас о жизни. Так вот, если вы живете в такой парадигме, естественно, вся ваша жизнь будет направлена на творчество, на созидание, на создание чего-то такого, что будет полезно и после вашего физического материального увядания. В некоторых коробках нету карманов, которые под землю идут. Ну или сжигается там. Карманов нет. Короче, мы ничего не возьмем с собой. Посему, если жить вот в такой парадигме, у вас освобождается очень много энергии созидания для пользы общества. Вот таков мой муж. Еще мы делаем эксперимент интересный. Что может сделать одна семья или, допустим, община из одной страны в довольно отдаленной и уединенной деревеньке. Для чистоты эксперимента меня попросили не оглашать название этого местечка, чтобы, как сказать по-украински, это без втручания, без влияния каких-либо других факторов, мы хотим посмотреть, что можно сделать, вот что в наших руках. Без государства, без никого. Вот что может сделать одна семья, ну, в нашем случае 4-5 семей из одной страны, которые выбрали Болгарию для места творческого созидания. Ну, кроме того, мы хотим улучшить страну. Она и так хорошо, но сами жители не всегда рады с тем, что происходит вокруг. А мы попробуем это все преобразовать в лучшую сторону. Для всех, не для нас. Это ж не корысти ради. Так, возвращаемся к удаче. У меня была теория. Это если вы вышли замуж по любви за деньги, что можно сделать? Я шучу, конечно, сейчас. Я надеюсь, вы это понимаете. Так вот. Как в другом анекдоте, если изнасилование неизбежно, расслабься и получи удовольствие. Действительно, расслабьтесь и играйте свою умиротворяющую, успокаивающую, вдохновляющую философскую роль. Это энергия инь, которая стабилизирует буйную энергию янь. И как вода камень точит, и мягкая побеждает твердая, вы вместе добьетесь больших успехов. Люблю слово успех. Свершение. Свершение. А то успех — это как успел, успел. Торопился, торопился и успел. Нет, мы не живем в парадигме. Хватай мешки. Вокзал уходит. Все успевают. Болгары, гедонисты редчайшие. Учитесь этому у них. Да. Поэтому возвращаемся к теме. Если вы в состоянии хорошо, спокойно, играете направляющую роль в активной деятельности вашего супруга, община может получить прекрасные бонусы от его деятельности. Но от вашей. А вы как серый кардинал. Говорите, что, куда и где, и все будет хорошо. Ну что, поснимаем против солнца, потому что у нас тут шикарный восход. Вот так, на фоне болгарского флага. Не забывайте, мы в Болгарии, детки. Вот как-то так. Ну что, займемся благосостоянием, благоденствием, благополучием и благодарением. Да? Поблагодарим судьбу, что
что дала нам такие возможности, что мы живы, здоровы и счастливы вместе с вами. Поделимся счастьем. Поснимали дроном, кстати. И будем любить друг друга. Это самая главная заповедь. Дальше поговорим о другом. Обнимаю вас красотой моря. Чао-чао, мои прекрасные друзья.